Итак, я не противник событий, я приглашаю всех рекламных агентов сотрудничать со мной. Мой телефон вы сейчас увидите. Дело в чем заключается? Дело в том, что я лично первый сделал телевизионный рекламный ролик. Вы можете это сделать и для программы «Дом, милый дом». Мало того, любую рекламу я вам готов предоставить и сделать. Любую, даже аудиорекламу я это могу сделать. Сколько вы получите, работая со мной? Вы получите ровно 30%. То бишь, мы говорим о чем? Мы говорим о любой структуре, без разницы. Что-то кто-то может продать. Это вы людям объяснить должны. Потом придете, поговорите со мной. Мы делаем любой материал, от небольшого радиоролика до достаточно больших и серьезных программ. То есть, в принципе, если вы это сможете продавить, вы сможете людям это дело объяснить, мы можем сделать материал стоимостью даже не в одну десятку тысяч долларов. Я это тоже умею делать. Серьезный, качественный материал. В принципе, даже если мы говорим о смысле бытия из разряда небольшого аудиоролика, то даже за 1000 рублей вы просто тупо себе положите 300 рублей. Это неплохой результат. Если сумма больше, все идет ровно в той же структуре. Я себе беру определенную сумму, а вы получаете от этой суммы 30%. Я считаю, что это было бы очень интересно для тех, кто понимает, знает и умеет работать.